Эта авария произошла днем 7 июня на трассе М2 Крым. По предварительным данным, мужчина за рулем ВАЗ-2111 выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. От удара отечественную легковушку отбросило в попутный Hyundai Solaris. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ госпитализирован с травмами. Еще одна авария произошла в этот же день на улице Энгельса. Водитель «Лады Калины» не справился с управлением и вылетел с трассы на рельсы. Вы нормальные? Мы нормальные. Вы видели знак 40? Знак 40 вы видели? Вы что, вы вообще убитые, что ли, в хлам? Причины и обстоятельства аварий устанавливаются.